Всем привет, я тут готовлю завтрак, у меня на завтрак сегодня будут тостеры, вот такие вот, с сыром, маслом и помидорами. О, тут еще тоже две штуки. Вот, так что буду сейчас их делать, пока разогревается эта грильница. Что пока она разогреется, короче. У нас уже, кстати, 10:19. Не знаю, успею ли я позавтракать или нет, потому что у меня урок. По серверам в 10:30 будет. Так что как-то так. Кстати, по поводу чая. У нас есть вот такой вот адвент-календарь, который нам подарили в феврале. И мы чай пьем не каждый день, поэтому берем коробочку тогда, когда, в принципе, пьем чаек. Поэтому да, не по правилам, конечно, это все, но все равно прикольная штука. Вот, например, сегодня, какой шестой взял, сегодня зеленый чай с лаймом и ментолом, походу. А тем временем чайник уже закипел. Мы уже позавтракали, я успел посидеть на уроке по серверам, он уже тоже закончился, в принципе. И вот, сейчас вышел погулять с собакой. Иду по каким-то... Ладно, иду по двору своему. Просто, знаете, сегодня ночью был мороз, все подморозило, и теперь, чтобы спуститься вниз к мусорникам, да, мы еще мусорку ищем, мне нужно идти вниз по горе. По склону, точнее. А я вовсе весь заморозил, короче, этот склон, он теперь очень скользкий, там почти невозможно идти. Так вот, у нас такой прикол в Латвии, сказали то, что качество воздуха сегодня очень плохое. Из-за того, что какая-то там инверсия в воздухе, плюс пыль из Сахары, плюс... Не знаю, короче, что происходит там в атмосфере, но очень плохое качество воздуха, все очень дымно. И дышать реально без маски немного тяжело. Ну, в маске тоже тяжело, но не так фигово, так скажем. Потому что... А сейчас, так как, типа, плохое качество воздуха, дым не очень хорошо уходит в небо, в атмосферу, не знаю, горло прям дерет. Если ты вот гуляешь с собакой, мы вчера уже гуляли с собакой, но вчера тоже было плохое качество воздуха. Короче, горло реально дерет. Как будто, знаете, вот маски еще более-менее окей, идешь и нормально дышится. А вот без маски идешь, такое ощущение, что ты кальян куришь какой-то. Реально такой, ну прям вообще из-за дыма этого. Сегодня погода на самом деле максимально отличается от той, что было вчера. Вчера было тепло и солнечно. Сегодня облачно, дымно и холодно. На улице сейчас плюс 2. И это максимальная температура, которая будет сегодня, но ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Скоро, буквально через пару дней, опять написано, что будет плюс 8 и нормально. Вот смотрите, можно даже видеть по телебашне. Вот, то, что ее плохо видно. И это не туман, нифига. Это дым. Вот. В общем, думал то, что у меня сегодня будет 2 урока по серверам. Оказалось, что будет только один. Был уже, точнее, один в 10:30. И в 3 часа еще должен был быть там консультация. Она необычная. Если нет вопросов, то можно не приходить. И это замечательно. Я сейчас думаю наклеить эти свои пластинки отбеливающие и посижу немного в компе, подожду, пока они растают. На камере не видно как-то. Насколько ты не нафиг. В общем, да. Все стекла загрязнились, пока мы ехали по улице. Вот об этом вот имею говорю. Да, вот которые заможлены, и сейчас поедем. В общем, мама все-таки забрала посылку. Не знаю, какой получится влог сегодня. Конечно, я опять решил погулять с Собакином. Вот. У нас уже 4:10. Блин, что ж так шумно? Да в маске, потому что на улице становится все дымнее и дымнее. Потому что отопление никто не отменял. А топиться людям надо, потому что на улице еще холодно. Я не знаю, почему я не снимал ничего, потому что мы уже пообедали. Я успел пропылесосить. И вот мы скатались сейчас на почту, заехали еще к Тане со Славиком и Соней. И вот сейчас приехали домой. Я вот сейчас погуляю с Собакином и, скорее всего, пойду снимать тиктоки, потому что я еще не снимал тиктоки. А тиктоки у меня обычно выходят к 3 часам.
Да ладно, ничего страшного. Я надеюсь на это. Сниму. Не знаю, сколько тиктоков я сниму. Надеюсь, я сниму сегодня тиктоков на всю неделю вперед. Смотрите, маме пришла посылка. Зары. Тут уже кошка сидит. Уже все распаковано. Мама заказала себе кроссовки. И нам с папой подарки. Вот такой вот мама подарок мне заказала. Кроссовки, смотрите, какие они классные, какие красивые. И по размеру они мне подошли реально. То есть мы никогда не покупали кроссовки именно у Зара. Вот в этот раз решили заказать. Тем более то, что, в принципе, вернуться там легко можно было бы, да? И они мне подошли, это 47 размер. Обычно, когда мы в магазине, я беру себе там 48,5, да, у меня ноги огромные, просто 48,5 я беру у нас в магазине, в Спортленде или еще где-либо. А тут 47, и они мне подошли идеально. Вот испанцы, они, знаете, как у нас обычно? У нас в городе обычно все делают Китай, это, ну и шьют они, в принципе, на китайцы, поэтому мы брали размер побольше, а теперь тут я взял 47, мы взяли 47 размер, и он мне как раз, это вообще, это как? Потому что испанцы, они шьют не на китайцев, а на европейцев. Испанцы молодцы, во, я ставлю лайк Заре, и теперь я буду закупать, скорее всего, только в этом магазине, потому что кроссовки мне реально очень понравились. Реально, смотрите, какие они классные. Правда, в такую погоду, как сейчас, в них не погуляешь, конечно, но на весну, на лето кроссовками я теперь обеспечен. Я снял один тикток, и я больше не хочу снимать. Мне надоел тикток. Такое вообще бывает? Реально. Я, может, отдохнуть от него. С другой стороны, если ты отдохнешь от этого тиктока, то потом у тебя вообще ничего не будет. Тикток подумает то, что ты его забросил, и все. Я пока. Тогда будет. И он тебе перестанет, в принципе, тогда рекомендовать где-либо, и все. Что делать? Видимо, буду снимать тиктоки один раз в день, не на всю неделю вперед. Хотя на всю неделю вперед было бы неплохо, но... Короче, посмотрим. Времени по-любому еще много. Возможно, еще сниму тиктоков, но не факт. Вообще, я думаю то, что... Схожу к Соне, возможно. Может быть. Возможно, попозже схожу к Соне. А вообще мы будем уже сейчас садиться ужинать. Ужинать ведь? Да, уже 6 часов. Но ужин у нас, смотрите, какой сегодня красивый ужин. Рыбка. Такой вот хвост. Это дорада, кажется. С шампиньонами и с перцем. Так что, да, все это, как видите, пожарено на гриле. Всем приятного аппетита. С вами пошли в магаз. Мы идем в магаз. Да. Я, кстати, к Соне пришел уже. Точнее, упал так что. Ну что, ребятчики, буду заканчивать на этом влог. Мы сейчас посмотрим фильм, возможно. И, возможно, сегодня я останусь с Соней. Так что, все, да. Всем пока.